Здравствуйте. Утром 9 октября 2020 года на Большевистской улице в Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Столкнулись УАЗ-3909 и грузовик Kia Bongo. От полученных травм водитель Kia скончался на месте. 4 человека госпитализированы. По информации ГИБДД Новосибирска, ДТП произошло в 8:55 утра. Водитель 1977 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля марки Kia Bongo, двигаясь по улице Большевистской в сторону речного вокзала, по неустановленным причинам выскочил на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем марки УАЗ-3909, под управлением водителя 1987 года рождения. От столкновения оба водителя оказались зажатыми в своих автомобилях. В результате ДТП водитель Kia Bongo погиб на месте. Водитель УАЗа с переломом ног госпитализирован в медицинское учреждение. Еще пострадали один пассажир УАЗа и два пассажира Kia. С различными травмами их доставили в больницу. По версии очевидца, водитель Kia Bongo совершал левый поворот через двойную сплошную. По данному факту ведется проверка. Обстоятельства выясняются. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть максимально внимательными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. В плохих погодных условиях будьте крайне осторожны. Проявляйте уважение и водительскую солидарность к другим участникам движения. Никогда и никуда не торопитесь. Благодарим за внимание, берегите себя. Всем пока.